Экс-глава Нацбанка переехала в Лондон. Гонтарева стала сотрудницей Института международных отношений, который входит в состав Лондонской школы экономики. Бывшая председатель Национального банка Валерия Гонтарева с 1 октября переехала жить в Лондон. Об этом она рассказала в интервью журналу «Новое время». «Я только-только переехала в Лондон, 1 октября. Одно дело, когда вы приезжаете туда в командировку или с семьей погулять, и совсем другое, когда приезжаете работать», — сообщила она. По словам Гонтаревой, в британской столице колоссальная бюрократия. Например, процесс снятия квартиры вроде бы автоматизирован. Брокера ты видишь вживую, но документы преимущественно подписываешь в интернете. Однако количество документов, проверок и прочего, это больше, чем вы себе можете представить, — пояснила она. Экс-глава Нацбанка сообщила, что снимает маленькую двухкомнатную квартиру вместе с сыном. Ранее стало известно, что Гонтарева с 1 октября стала сотрудницей Института международных отношений, который входит в состав Лондонской школы экономики. Ее первый проект – Тунис. Гонтарева возглавлял НБУ с июня 2014 года. 15 марта 2018 года Верховная Рада уволила ее с должности главы Нацбанка, но до сентября того же года она оставалась главой Центробанка, но была в неоплачиваемом отпуске. После Гонтарева НБУ возглавил ее заместитель Яков Смолей. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.